Всем салют, любители видеоигр, с вами Андрей Доцент, и это Pineview Drive. Четвертый день пошел. Ну что, будем, как обычно, с самого начала включать все, что можно, потому что нам это в конечном итоге все понадобится. Свет, так, ой-ой-ой, так, есть, горит, горит, отлично. Все зажгли, так... В прошлой серии у нас появился призрак. И это было довольно-таки страшно, ребят. Как-никак. Так, ну теперь ждем, что на этот раз случилось новое. Потому что с каждой новой ночью что-то новое открывается. И нам надо для начала что-то это новое найти. Шкатулка там, комод, я не знаю. Что угодно. Так, тут мы все сделали. Теперь надо включить здесь. Включаем свет обязательно. Ой-ой-ой-ой. Нас уже так не пугают эти вещи. Так, зажгли свет, отличненько. Зажгли свет и начинается вот это вот. Вот эта вот музыка играть. Все плохо, все печально. Так. Дверь заперта. Ага, понятно. Так, включить свет. Тут надо тоже включить, естественно. И, естественно, надо включить здесь. Все, так, отличненько. И осталась последняя комната. Есть, все горит. Ништяк, ребят, ну что? Глянем на статую. Время у нас... Фух, 9:30. Так что... Будем... Ожидать следующей ночки. Ну что, предлагаю посмотреть нам со второго этажа... Ой. Предлагаю нам посмотреть со второго этажа, что открылось. Что-нибудь интересное. Так, начнем по порядочку. Так, как фонарик у нас включить? Ага, вот так, я и забыл. Так, а это что? Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Зажгли. Что у нас тут? Тут у нас ничегошеньки. Смотрим. Что-то постепенно доменяется у нас. Бляха-муха! Чё это было? А, фортепиано. Так, ладно. Все-таки странно все включается. И вот обратите внимание, все так сделано в этой игре. Идешь вот так, вот создаешь впечатление, что на тебя смотришь. Смотрит. Идешь так, смотришь, как будто он отсюда наблюдает. Так. Наверху кто-нибудь есть? Что так? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Звонят! Еще летучая мышь летит! Не надо! Смотрите, сколько летучих мышей! Привет, золото! Нет, не возьмешь меня таким! Не возьмешь! Так. А почему у меня желтым стала светиться полосочка? Может, мне не стоило подходить открывать? Ребят, как думаете? Хм. И вот тут начинается самое интересное. Так, пойдемте тогда в другое место. Пойдемте в другое место и посмотрим. Это чё? А, это пыль летает. Господи. Так, свет включается. Причем включается, когда я только подхожу. А почему здесь темно? Я же включал свет, алё. Всем выйти из сумрака, так никого нет, отлично. Я с криком, наверное, в комнату буду заваливаться. Так, не так страшно, как говорится.
Эти зеркало. Так. Ребят, я слышу шаги. Кто-то ходит здесь. Атас, всем выйти. Так, никого нету, отлично. Ага, кто? Ну, давайте ко мне. Так, что у нас здесь? Закрыто. Ёшкин кот. Так. А, господи, это мои шаги. Кто-то псыкнул, и он уже это самое. Так, ладно. Так, смотрим, что у нас в других комнатах. Тут мы все, естественно, обсмотрели. А, так, так, никого нету, все. Никого нету, я иду на первый этаж. Но... есть желающие. Так, зажгли. Сдается мне, вот это вот кто нарисована, вот эта вот женщина. Она это и ходит, видимо, призрак ее. Только какой-то страшный призрак, я скажу вам так. Почему никогда не показывают добрых призраков? Потому что все добрые куда отправляются? Правильно. В рай. Так. Что у нас тут? Это закрыто. Это тоже. А тут что, открывается? Нет, не открывается. Блин. Смотрим, что в этой комнате. Так, короче, нет никого, все. Просто я представляю, если бы я вот реально бы бегал бы в этом особняке, я с ума бы сошел, не знаю. Но это же кошмар. И еще кто-нибудь бы мне эту музыку нагнетающую так вот играл бы. Так, дверь не исчезнет, надеюсь, как в тот раз. Нет, надеюсь, я дверь не ищу. А вот теперь начинается, ребята, самое интересное. Звук так заиграл, как будто, ну все. А вот теперь сейчас начнется. Молись. Так. Что у нас тут? Картина. Скелет. Так, все ясно. Какое-то странное поместье, я вам скажу. Что-то у меня оно... нет самое. Я не знаю, тут какие-то сатанисты, видимо, жили. Я не знаю, просто все в таком стиле выполнено. Ну, это как охотник какой-то, может быть. Ну что, ты не оживешь, Мурка? Так, так, так. Вот это вот фото. Ну, давайте что-нибудь сыграем. Собачий вальс. Может, веселее станет. Так, свет экономим, естественно. Ключ случайно не у входной двери? А-а-а! Так, видите ли, он это самое. Хм. Забирай. Забирай. И закрывай. И теперь на скидку. Какие у нас двери были закрыты? Че, давайте по порядочку пойдем. Пойдем по порядочку. Это у нас открыто. Хотя не. У нас вот тут вот закрыто. Нет, не та дверь. Не та дверь. Тогда это. Это тоже не та. Так. Закрыто. Кто ходит? Никто не ходит. Так, а ну-ка, тут никого у нас нету. Господи. Фуф. Там точно ничего нету. Господи, мы на каком этаже, ребят? Мы на первом, ёлки-моталки. Нам надо на второй. Нам надо на второй.
На втором этаже, мне кажется, есть одна дверь сбоку, по-моему, которая не открывалась. И есть дверь, которая вот вон там вот. Ну давайте-ка посмотрим. Нет, это не она. Не она. Вот этот, по-моему. Нет. 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 Открывайся ты. Ну чё? Кто-нибудь? Так, давайте-ка, если... Открыто. Отлично. Открыли. Ай, мать их. Ах, так. Ну чё, господа хорошие? Кто там? Ага, все ясно. Тут закрыто, значит, нам надо сюда идти. Как вы видите, постепенно... постепенно замок начинает... приобретать формы. Становится доступным. О, ключ! Зачем я все выключил? Так, ну что, идемте тогда назад. Идем назад и... Эх, никого? Нет? А, ну-ка, не... Пойдемте-ка эту дверь проверим. Вдруг, может, она открывается? Она открывается! Господи, прикиньте бы, я ушел сейчас. Ну давайте, кто там? А, вылазите все! Бесы проклятые. Так. В камине ничего. В камине ничего и... Тут у нас тоже... О, записка. Все? Мы прошли этот день. Отлично, ребят. Все. Спасибо за внимание. С вами был Андрей Доцент. В этот раз было полегче. Всем пока.